перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем спасибо за приятные комментарии и теплые слова за дайджест. Респект. Да, клип Тайлера. Было тяжело смотреть, когда все начало моргать. Crazy baby, ooh. Mama raised you, raised by the streets, woo. На клип дайджест почти 1.5 миллиона. White flag lame. Slim Dunkin, заебись. Ремень Louis Vuitton на штанах. Не врубаешься в мой стиль, пошла нах. DGBSM, get square in his pitch. Мне Джордан лет. А я кушал ЧКП. Fuck ты каши, не слушаю такой shit. Кив Стонер будет с нами завтра тусоваться. Посыл был в том, что флоу — это энергия, которая была заряжена в тачку и в человека. В итоге человек психанул на этой тачке, съебался, а потом еще и улетел на вертолете с сообщницами. Ха-ха-ха. Вот такой посыл. А Ильдар сейчас тусуется в Европе. В Венеции. Он вчера говорил, что он в Венеции. Не хочу ничего шарить и слушать. У меня есть охуенное музло. Происшествие в Кемерово. Бля, не хочу об этом говорить ничего. Ягермейстер, наши друзьяшки. Дед, я не буду на Раймс. Нахуй. Можете не ждать меня там. Я ебашил молниями, как Дарт Сидиус, а.к.а. Император Палпатин. А молния — это Сид щит. Нет, я буду делать движухи. Пятерка фрешманов XXL, опять какие-нибудь обрыганы с татухами на еблей, дредами. С 16-го года в XXL, fucked up. После бич-ass поведения администрации рифмой панчи я не буду факаться с ними больше. Нахуй. Могут вообще перестать меня там постить. Я не срубляю. Дихавую и не плюю в руку, которую жму, поэтому нахуй это не нужно. Не знаю, с Джубили у нас так совпадает. Абсолютно не ебу, почему так. Сегодня было вообще не до комментариев, потому что весь день ебашили с Big Balls'ом Civilization. Я только думаю, когда мне придут бабки и все. А завтра мы будем тусоваться у касса на презентации книги. Лечись, братишка. Выздоравливай. Фолс ебало, что это? Что за стёб над закатом? Это блогеры? Yo, what's happening, бля? Братан, что-то я тебя не слышу совсем. Что-то со звуком. Ребята, вы слышите нашего big homie? Я ебаный Инстаграм. Fuck. Fuck. Я надеюсь, они уже едут к нам. You can get it all. You heard me right. You can get it all. Давайте еще раз попробуем поговорить с Big Dog'ом. God must be really on my side. Got the baddest bitch up on my side. Йо, у тебя конец. Заебись. What's cracking, бля? Здоров, старый, шо ты там? Я posted up with some choco pies, бля. What's up, бро? Оооо, Джорьес Ниг, бля, здорово. We on some ржавчина shit, бля. Ржавчина гэнг. Жирный жир в здании, да-да. Заебись. Бой баскет хир, понял. Что вы, баскет, едете к нам уже?
Братан, у меня не получается, мне надо в Киев ехать, прикинь, дядя. Бля, фиаско. Я уже кассу сказал, это фиаско, братан, не само... У меня уже у самого, понял, трохан жаба давит, понял? Пизда. Ну ничего, понял. Не последний движ, который я пропускаю, все нормально. Да, 1-1, хули. Что ты там, приболел, братан? Да не, я просто, у меня сегодня день задротства, блядь, в ПК. Нихуя. Что, ты горел, вшпилил что-то? Да, я играл в умные развивающие игры. Ну, например, Far Cry 5, да? Far Cry 5, да? В Циву 5 я играл. О, ничего себе. Братик, клип-пушка. Клип-бомба, братик, клип-бомба. Спасибо, пацаны, от души. Я ставлю 11 из 10, понял? Респект. Я официальную аккредитацию прошел у Киевстоунера, могу рот ебать плохим. Все, да. Что касается, ну, ты же знаешь, мы гамноклипы только себе снимаем, но оцениваем и вот так вот, понял? Бля, пацаны, ну и что вы когда теперь в Питер опять? Да я думаю, сейчас рванем, дядя, у меня просто на газе съемки были 3 дня, я умирал, понял? Бля. Я 3 дня умирал. Бля, пацаны, ну только дайте знать, когда соберете. Нет, само собой, но мы же должны у кого-то остаться. Я могу компьютер ночью охранять, когда ты спишь, понял? Если надо, днем, понял? Вези ноутбук, будем за монголов, блядь, проносить всех. Это знаешь, я знаю одного типулю, у которого был, короче, кент, и понял, как было? Один ночью спал, второй шпилил, и потом они менялись. Корейский прием. Да. Вообще, вот так вот, понял, прикинь, штрихи существовали на одной кровати всю жизнь, понял? Охуеть. Беда, печаль, да, нет. Так же ничего, это ты нам свой компьютер показываешь, не чисто. Дядя, а мне не нравится эта клава, мне на ней неудобно в доту играть. Зато у нее есть цыганский свэк, зацени. Ничего себе, няня. Да я чисто из-за этого. А ну давай. Что моего компа есть цыганский свэк. Зацени турбину от Боинга. Братан, ничего себе. Да не, ракета, база. Точно, блин. Зацени еще какая перда у меня есть. Охуенно. Вот ты что, битмейкер? Да, just a little bit, бля. Корж есть, зацени. Нихуя. Корж, в натуре, корж. Дядя, сильно. Корж, в натуре. Фен тебе надо? Ты ебашишь там, да что ты, братишка, приди. Барыга где-то пропал. Давненько он трубку не брал. И вот так он, братан. А мы тупо на Вакафлаке были. Братан. А мне пацаны говорили, что вы тусите на Вакафлаке. Там вообще, зашел к нему в гримерку, пообщался с ним, он царек, пиздец. Шквот, бля. Охуенно быть знаменитым, понял? Заходишь в гримерку, базаришь со всеми, понял? Со всеми фоткается, пиздец. Мне не понять, хули. Да не. Братан, все приходит с опытом, понял? Да. Такая движуха. Я тоже когда-то, понял? Просто ко мне в гримерку обычно Киевстонер заходит. Ну, братан, что, тоже неплохо. Не, в смысле, я сижу как Вакафлак, и Стонер такой заходит. О, ты что, здорово. Ты такой, не, дядь, ты знаешь, я аж как это, тогда тебя когда увидел в первый раз, когда мы егерь снимали, понял? Ой, блядь. Когда я тебя увидел первый раз, когда мы егерь снимали, я сразу понял, что ты нормальный штрих, понял? Потому что мы начали базарить про музло еще. Да, потом Тони подлил. А потом я появился, братья. Да, потом мы начали про ржавчину, про анус и про всю эту хуйню. Про любимые темы. Анекдоты про инвалидов, да, все. Да, блядь, стой. Анекдот, стой. Это пушка, понял? Короче, встречаются двое глухонемых после выходных. Двое глухонемых после выходных. Ну и один такой, типа, показывает, говорит, что ты делал? Он говорит, слушай, братик, да бухал, понял, так тяжело, ну, нормально. А он говорит, а ты что?
да пиздец, типа, руки болят. Он говорит, а что случилось? Он говорит, да заебались песни петь. Сука. Ну это баян так-то. Я тебе про лопату. Ты первый, кто меня с ветки снял, меня вообще порвало, эта хуйня. Я снял, да, я ему приколол. Да. А я тебе про лопату рассказывал? Нет. Короче, понял, про пожар рассказывал? Не-не. Короче, понял, штриха привалило в горящее здание. Ну, его, короче, понял, бегом, бля, потушили, привозят в больницу. А на нем синяков, блядь, короче, больше, чем он обгорел, понял? Блядь, пацаны говорят, врачи говорят, бля, что это с вами за хуйня, чего вы весь синий? Он говорит, да пидорасы лопатой тушили. Сука. Лопатой тушили, пидорасы, понял, блядь? Отвечаю. Бля, не успел он. 302, ой, 203. Роме рассказывал анекдот, когда мы в этой, блядь, в коммуналке этой, блядь, сидели в квартире. Я потом приезжу, я расскажу про этот, про то, как друг мужика спасал, короче, от бесплодия. А, я видел, да. Да что-то я устал, дал ей в рот и пошел. Блядь, да ну нахуй ты заспойлерил. Да ладно, ничего страшного. Пацаны, выкупай. Это старый тоже, Николай. Вы что, куда потянулись? Мы в гостишку подтянулись. А, отель Flow. The Flow. Я очень сильно хочу поставить видео от The Flow на маятнике Фуку. Понял? Дядя, отвечаю, они меня снимали, я им, бля, раз 4. Бля, у меня взяли интервью на Фуко, и они попросили для согласования, короче, контакт. Походу, все. Альберт кончился. Зашел в лифт, походу. Вот так вот, блядь. Киевстонер, значит, не приедет завтра. Вот так вот, блядь. Печально. У Ромы Прива день рождения уже наступил. Да, я смотрю, тут пацаны про в рот дал, знают анекдот. Встал после работы, блядь. Учитесь, как правильно надо срезаться с эфира, чтобы не было неловкого долгого прощания. Заходите в лифт просто. Да нет, да хуя есть о чем поговорить, начинайте. Просто разговор. You're supposed to fuck me like a star. Будем слушать дальше. Рэп-музыку. Pussy overrated. С Прива я знаком. Года, наверное, 2? Третий год. Nothing to me, don't know. Не, на самом деле мерзкие анекдоты вообще, и вообще анекдоты рассказывают. Ну, типа, я слышу новые анекдоты в своей жизни, только когда мы где-нибудь пересекаемся с Киевстонером, блядь. Братан, напиши мой никнейм из Инстаграма в Гугле, и тебе сразу выдаст все, чем я занимаюсь. Первому игроку приготовиться, что это? Бля, вчера смотрел стрим, как Букер с корешем играет в Fortnite. Блядь. Настолько мне было нехуй делать вчера перед сном.